смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Общественная безопасность и дисциплина на особом контроле. На выездном заседании облисполкома в Петрикове проанализирован ход реализации директивы президента Республики Беларусь №1. Профсоюзная деятельность. О первых итогах года, а также благотворительных проектах в преддверии Нового года. В интервью программе заместителя председателя областного объединения профсоюзов Жанны Гатальской. История и современность. Люди и события в одном переплете. Как сегодня создается печатная летопись Гомельской области, узнала наш корреспондент Евгения Кухаронок. Сезон праздничных утренников в разгаре. О самых ярких и запоминающихся расскажет Анна Корольчук. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе Гомельский облисполком обратился к теме общественной безопасности и дисциплины. На выездном заседании в Петрикове проанализирован ход реализации директивы президента Республики Беларусь №1. Среди озвученных проблем – пожары по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, гибель людей на водах и смертельный производственный травматизм. С реальной ситуацией ознакомились наши корреспонденты. За 9 месяцев этого года в Гомельской области погибли 383 человека, в том числе на пожарах и на производстве, а также в результате суицидов, убийств, ДТП и утоплений. Вместе с тем, это почти на 20% меньше уровня прошлого года. Если верить статистике, самым небезопасным местом остаются предприятия. Здесь количество смертельных случаев осталось на прежнем уровне, а число тяжело травмированных даже увеличилось. Кто прав и кто виноват? Вопрос, конечно, важный, однако человека уже не вернуть. Есть случаи травмирования людей в нетрезвом состоянии. В этом, конечно, большая недоработка наших и руководителей среднего звена, и высшего звена. Ну и безответственное отношение самих работников, которые позволяют себе такое. Потому сказать, что все меры приняты и все сделано, непосредственно на местах нельзя. Самый высокий уровень производственного травматизма со смертельным исходом, превышающий средний показатель по области в 9 раз, в Лоевском районе. И в продолжение темы. Для обеспечения контроля за состоянием правопорядка почти 3500 объектов в Гомельской области оборудованы системами видеонаблюдения. К сожалению, пока такую технику не устанавливают на реках и озерах. Вместе с тем, только за 9 месяцев этого года на водоемах региона утонули 42 человека. Теперь к этой цифре можно прибавить еще несколько человек, ушедших под лед еще в начале зимнего периода. Впрочем, люди гибнут не только вне стен собственного дома. За 9 месяцев 2018-го на территории области зафиксирован 331 пожар. Перед началом отопительного сезона смотровые комиссии обследовали практически все дома с печным отоплением и выявили целый пакет нарушений. Накануне отопительного сезона в составе работы смотровых комиссий всеми заинтересованными субъектами профилактики были обследованы дома с печным отоплением. В основном замечания были устранены самими хозяевами. В решении облисполкома все конкретно. Работа семи райисполкомов признается недостаточной в части предупреждения пожаров по вине лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Еще трем председателям районов предложили более ответственно отнестись к профилактике смертельного производственного травматизма и всем без исключения привлечь руководителей организаций, не обеспечивших выполнение директивы №1 дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Олег Сентюров, Александр Гамоля, Валерий Гапанько. Новости недели. Вы смотрите новости недели. Подробности других важных событий уходящих 7 дней в обзоре от службы информации. В Гомеле прошел день резервиста. Его участниками стали студенты, которые находятся в перспективном резерве кадров областного исполнительного комитета. Практика проведения областного дня резервиста в регионе существует с 2010 года. В его рамках проводится целенаправленная работа со студентами высших учебных заведений области, имеющих лидерские качества. Сейчас в соответствующем списке 33 человека. В Гомеле вручили премии областного исполнительного комитета учащимся, достигшим значительных результатов в интеллектуальной и общественной деятельности. Награды получили 50 человек. Среди приглашенных на церемонию победители международных предметных олимпиад, конкурсов и конференций. В их активе дипломы и медали международного турнира юных математиков, олимпиады школьников союзного государства, республиканского конкурса парикмахеров и даже международного фестиваля красоты «Золотой подснежник».
Новобранцы войсковой части 55-25 присягнули на верность Родине. Торжественный ритуал прошел на бригадном плацу. В осенний призыв ряды подразделения пополнили молодые люди из Брестской, Гродненской и Гомельской областей. Присягу новобранцы приносили, пройдя курс молодого бойца. За это время они успели ощутить все трудности и радости службы. Солдаты с волнением, но уже с военной уверенностью и выправкой произносили слова присяги. За торжественным ритуалом наблюдали командиры, гости, а также близкие и друзья солдат. Большая профсоюзная семья подводит первые итоги года. 2018 для Федерации профсоюзов Беларуси выдался продуктивным и насыщенным на яркие проекты. По-прежнему главными направлениями деятельности остаются защита трудовых и социальных интересов граждан, а также правовая поддержка населения. К 2018-му самая массовая общественная организация страны на Гомельщине объединяет около 600 тысяч человек. Каким выдался этот год для Федерации профсоюзов и ее членов? А также какие благотворительные проекты готовят предприятия региона в преддверии Нового года? Об этом сегодня наша традиционная рубрика «Актуальное интервью». Жанна Григорьевна, подведем итоги 2018-го. Каким выдался этот год для большой профсоюзной семьи? Вы сказали, большая профсоюзная семья, и нас действительно 600 тысяч членов профсоюза. Но мы прибавили в 2018 году, и за 2018 год мы создали 150 первичных профсоюзных организаций. Это новые предприятия, организации из числа частного сектора экономики. Это касается 2018 года. Мы восстановили 20 незаконно уволенных работников. Мы возвратили 150 тысяч рублей незаконно удержанных. Мы провели очень много мероприятий в области культуры. Очень много было проведено мероприятий социальной поддержки, направленных на социальную поддержку трудящихся, ветеранов, молодежи. Для ветеранов из профбюджета было оказано порядка 400 тысяч рублей. Но мы продвинулись и в международном сотрудничестве. Он такой достаточно яркий был 2018 год для нашей организации. Это продолженные отношения с Брянском, с Калугой, с Курском. Наша делегация из профсоюза Гомельской области посетила Санкт-Петербург. И мы возобновили отношения с Украиной, с Черниговым. Это было впервые. Вот у нас был такой перерыв. Достаточно яркий калейдоскоп событий. Вот не знаю, сможете ли назвать наиболее важное, на ваш взгляд, события и вехи в истории, которыми действительно запомнится 2018. Вы знаете, Александр, очень проблематично выделить, но я постараюсь какие-то, наверное, в пятерку самых главных событий. Но первое нашей области было 75-летие. Конечно, мы проводили конкурс «Гомельский мастер 2018». 56 тружеников были удостоены этого высокого звания. Впервые в мае месяце проходила первая спартакиада общественных объединений в рамках соглашения, которое заключено между ветеранами, профсоюзами и Республиканским союзом молодежи. И мы очень бы хотели, полагали, что в 2019 году присоединились и другие общественные объединения. Это, конечно, чествование передовиков уборочной кампании. И не так давно отгремевший профсоюзный форум студенчества «Студенческая осень 2018». Которую принимала Гомельская область в этом году, Республиканский фестиваль. Организаторами выступает Федерация профсоюзов Беларуси, и по их решению данное мероприятие проходило во всех областных центрах в один день. Ну и в городе Гомеле в том числе. Это порядка 1000 участников были задействованы в этом мероприятии. Достаточно широка сфера интересов Федерации профсоюзов Беларуси, в том числе здесь, на территории Гомельской области. Какое из направлений, на ваш взгляд, сегодня все-таки наиболее актуальным является? Ну, вы знаете, я бы выделила первое – охрана труда. Должны быть созданы здоровые, безопасные условия труда для работника. Это как формула. Здоровый работник – счастливый работник. Ну и, соответственно, работник должен быть обеспечен. Защита, занятость, зарплата. То есть второе направление – это защита трудовых прав и социально-экономических интересов работника. Достаточно непростой период, и в то же время яркие, интересные, добрые, где-то волшебные новогодние и рождественские праздники. Пора и настоящая страда благотворительных мероприятий, уверен, в стороне не останется и Федерация профсоюзов. Это, как мне кажется, еще и тот период, когда каждый может почувствовать себя волшебником. Согласна? Вы абсолютно правы. Это, наверное, самая любимая пора не только детей, но и нас с вами, взрослых. Конечно,
что по хорошей доброй традиции мы организовываем благотворительные мероприятия, и конкретно состоится областная профсоюзная елка с участием 500 детишек. Это будут дети из домов-интернатов, СПЦ, приемные семьи. Будет уделено внимание малообеспеченным, неполным, многодетным. Мы не только проводим елку, а мы делаем еще такую елку желаний. Не только театрализованное представление с участием областного драматического театра будет и новогодний подарок. Мы привлекаем молодежный совет. Они у нас очень интересные, проводят квесты, интерактивные игры. Ну, всех секретов раскрывать не буду. Наши отраслевые комитеты проводят благотворительные елки, каждый в своей отрасли. Приобретают билеты в цирк, театр кукол, на главную елку страны. Ну и каждый лидер профсоюзного движения, безусловно, приобретают и новогодние подарки. И хочу отметить, что каждый раз председатели правкома подходят к этой теме с новизной. Вот и в этом году будет также эти элементы новизны в каждом трудовом коллективе. Заинтересовали. В любом случае, будем следить за эфиром. Мы обязательно расскажем о наиболее ярких проектах, в том числе Федерации профсоюзов. Жанна Григорьевна, спасибо за интервью. До встречи в эфире. Спасибо. 1 января 2019-го исполняется 100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. БССР – целая эпоха в истории, которая просуществовала почти весь 20 век и стала фундаментом для современной белорусской государственности. Наши корреспонденты встретились с профессиональными историками и руководителями предприятий, работавшими в это время. Эпоха нескольких поколений и яркие страницы истории БССР в следующем сюжете. 30 лет БССР, 50 лет БССР, 60 лет БССР, 70 лет БССР. Когда-то практически каждую юбилейную годовщину образования Белорусской Советской Социалистической Республики в Гомеле стремились увековечить в названии улиц. Кроме того, есть еще несколько белорусских улиц. К сожалению, только такое разнообразие названий на исторических познаниях гомельчан практически никак не отражается. Ответ на вопрос, когда была образована БССР и при каких обстоятельствах, для многих оказывается достаточно сложным. В 22-м или 24-м году Беларусь образовали, да? При каких обстоятельствах? Когда был Советский Союз? Это было 1 января 19 года, правильно? Конец 1918-го – непростое время. 30 декабря этого года в Смоленске начала работу 6-я конференция организации Российской социал-демократической рабочей партии Северо-Западной области. Название «Западная область» для нынешней Беларуси предложил еще председатель Временного правительства Александр Керенский. Впрочем, и после решения конференции о создании новой республики здесь мало что изменилось. 16-19 года ЦК Российской коммунистической партии принимает решение, что Витебскую, Могилевскую губернии и, в общем-то, вернуть в состав Российской Федерации. Поэтому Гомель находился в составе РСФСР до 26 года. Давайте смотреть на историю немножко еще и предыдущую. Ведь первая белорусская партия БСГ, Белорусская Чистая Громада, и другие потом белорусские партии в 17 году, автономисты и другие, стояли на точке зрения о том, чтобы создать политическую культурную автономное объединение, культурно-политическую автономию Беларуси в составе Российской Демократической Республики, как и до революции, так и особенно после революции. То есть большинство из состава России, в принципе, не выходило. Уже 27 февраля 1919 года прошло заседание исполкомов Литвы и Беларуси с принятием решения о создании Литовско-Белорусской ССР. Впрочем, и она просуществовала всего несколько месяцев. Это было действительно непростое время. Из Гомеля только что ушли немецкая кайзеровская армия и войска Петлюры. Советская Россия ожидает наступления воинских частей президента Польши Пилсудского. И на фоне всего этого мечты большевиков о всемирной революции. Мясников, Кнорин ставили вопрос о том, что вообще существует ли вообще белорусская нация. То есть те, которые находились у руководства противосоветской здесь, на территории, когда эта советская власть устанавливалась, они несколько иное мнение имели, потому что идея была мировой революции. И они считали, что эти национальные рогатки, перегородки, они мешают мировой революции. Вообще суверенитет Беларуси в то время провозглашался дважды. Причем во второй раз речь шла уже не только о государственности, но и объединении этнически родственных территорий. 31 июля 2020 года второе провозглашение
СРБ БССР. А вот уже позже, в 20-м году, в конце 20-го года, в начале 21-го года, стали все больше возникать вопросы о возвращении территории, присоединении территорий этнических. Не все планы, озвученные в 20-е годы 20 века, удалось реализовать в запланированные сроки. Провозглашенный еще в 1921 году председателем Совнаркома Владимиром Лениным план электрификации страны был рассчитан на 15 лет. Однако в Беларуси он был полностью реализован только в начале 60-х. О причинах такой продолжительной реализации можно спорить, однако очевидно одно. После того, как в белорусские деревни пришло электричество, они обрели новую жизнь. Председатель СПК 50 лет октября Григорий Шпаков на этой должности уже почти полвека. В 1969-м начинался строительство новых фирм и жилья для сельчан. Практически полностью разрушенная во время Великой Отечественной войны страна переживала свое второе рождение. Мы начали вести более крупное строительство. Начали с первого года строительство жилья. Строили не только подрядные организации, двухэтажные дома со всеми удобствами, а и строили своими силами двухквартирные дома. Поэтому как-то быстро была решена проблема с кадром. Вот, люди стали тянуться. Все места были заняты. Он и сегодня на рабочем месте. Григорий Шпаков – кавалер орденов и медалей Белорусской Республики. По итогам прошлого года возглавляемое им хозяйство занесено на областную доску почета. Руководитель одного из лучших хозяйств Гомельской области думает о будущем, однако никогда не забывает о прошлом. Теперь уже в далеком 1948-м он вступил в комсомол, чтобы быть полезным своей родине. И, несмотря ни на какие трудности, никогда не изменял своей цели. Мы снова барсука, в феврале месяце 35 километров пешком шли в районный комитет комсомола для поступления. Пришли в приемный, переночевали. На завтра нас приняли в комсомол, и мы с радостью, удовлетворенные, вдохновленные, обратно 35 километров пешком. 27 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете БССР. 19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Беларусь. Алексей Сентюров, Марина Джала, Евгений Макенко. Новости недели. Есть в Гомеле одна частная библиотека, в которой собраны книги исключительно о нашей области. История и современность, люди и события, сельское хозяйство, промышленность, культура – все сохранено на печатных страницах. И самое интересное, что принадлежит это собрание книг их издателю, а точнее издательскому дому. Речь о редакции «Гомельская правда». На этой неделе они презентовали новую книгу в жанре художественной документалистики «Дорога длиною в жизнь». Посвящено издание 80-летнему юбилею предприятия «Гомель-Облдорстрой». Как же создается современная печатная летопись Гомельской области? В сюжете Евгений Кухоронок. Уже 6 лет прошло с того самого дня, когда в редакции «Гомельской правды» открыли издательский дом. Традиции печатного слова поставили во главу угла и начали творить. Сегодня из изданных книг собралась настоящая частная библиотека, в которой можно найти гомельщину аграрную и промышленную, гомельщину уникальную и гостеприимную, древнюю и современную. В этом году, к 80-летнему юбилею со дня образования региона, здесь выпустили фотоальбом «Гомельская область. Добро пожаловать». Этой же круглой дате посвятили и еще одну новую книгу «Дорога длиною в жизнь». 80 лет миновало с момента создания областной дорожной службы. Повествование в книге начинается со времен бездорожья, гати и болот, а завершается историями о современной деятельности предприятия «Гомель-Облдорстрой» и планах на будущее. Книга, на мой взгляд, получилась такая достаточно очень объемная, исторически насыщенная, потому что здесь и из архивов личных дорожников, из архивов других государственных. Поэтому вот над ним мы практически целый год работали, коллектив авторов совместно
с предприятием «Гомель-Облдорстрой». Работа над книгой объединила дорожников с журналистами, фотографами и руководством редакции «Гомельской правды» в настоящий творческий тандем. О том, как создавалось издание, авторы рассказали на презентации «Дороги длиною в жизнь», которая прошла в областной библиотеке имени Ленина. Как оказалось, идея издать книгу родилась десятки лет назад. Вообще идея создания книги, она родилась уже довольно давно на нашем предприятии. Но как-то эту задумку не удавалось воплотить в жизнь. Никогда эти планы не были доведены до конца. Всегда заканчивались эти идеи какими-то фотоотчетами. Ну и в этом году, благодаря сотрудничеству с редакцией «Гомельской правды», в конце концов эта задумка воплотила жизнь. В завершение презентации более 10 изданий книги передали в дар районным библиотекам области, а также библиотекам Белгута и Дорожно-строительного колледжа. Чтобы тираж распространялся не только в личные архивы. И мы в том числе тоже передали и свою книгу «Гомельской правды», и другие альбомы в библиотеке, это как минимум. А так и в школы, и в музеи. Это так должно быть. Следующий год в издательском доме «Гомельская правда» обещает быть еще более продуктивным. Уже сегодня ведется работа над несколькими большими проектами. В планах издать около десятка книг-альбомов. Наверное, выделяться будет к 30-летию вывода войск из Афганистана. Мы тоже очень давно работаем над этим альбомом. Альбом-книга будет воспоминания живых свидетелей, архивы, которых никто не видел. Евгения Кухоронок, Игорь Марищенко. Новости недели. В столице наградили лауреатов Национальной кинопремии Беларуси. Такое масштабное событие в истории белорусского кино проходит впервые. Заветные статуэтки в виде кинопленки с папоротником получили 20 лучших работ отечественных представителей киноиндустрии. Символично, что церемония награждения прошла в Доме кино, их профессиональный праздник. А тем временем в Гомельской области начался сезон праздничных утренников. В некоторых учреждениях культуры ежедневно проходит до 5 новогодних мероприятий. Подробнее о них и других культурных событиях нашего региона расскажет Анна Корольчук. До главного зимнего праздника осталось чуть больше недели. На городских площадях мерцают елки, улицы украшены гирляндами, а по-особенному к Новому году готовятся и учреждения культуры. Они презентуют яркие сказочные программы для юных посетителей. При этом не ограничиваются традиционными спектаклями и утренниками, а предлагают новые формы развлечений. Так, в Центре инклюзивной культуры прошел увлекательный новогодний квест с интересными головоломками. В основе сюжета известная история Щелкунчика, которого заколдовал мышиный король. Чтобы помочь герою снова превратиться в принца, дети разделились на команды и отправились выполнять различные задания. В каждой из 6 локаций их встречал новый герой со своим испытанием. В конце программы все получили сюрпризы и подарки от Деда Мороза. Новогоднее шоу для зрителей презентовал Гомельский цирк. Премьерный показ программы «Волшебный эликсир Деда Мороза» прошел с аншлагом. Гомельчане, гости города на манеже увидели выступления лучших артистов из России, Венгрии и Франции. Программа получилась насыщенной. Большое количество экзотических животных, среди которых дрессированные обезьяны, зебры и морские львы, удивили как детей, так и взрослых. Кроме номеров с животными, зрители увидели трюки гимнастов, акробатов и, конечно, клоунов. Увидеть представление в Гомеле можно до 13 января. Жителям и гостям Гомеля также на этой неделе представили целый ряд выставочных проектов. В Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка витражей «Мир фантазий на стекле». 23 работы в технике витражной живописи предоставила детская школа искусств номер 5 города Гомеля. Роспись по стеклу там преподают уже 4 года. Авторы работ – ученики 13 и 14 лет, выпускники школы и их преподаватели. Современную ручную роспись делают профессиональными витражными красками, используя контурную пасту. Изображение получается объемным, с полупрозрачной текстурой. Оно передает мелкие элементы и похоже на акварель. Стежкой Проткал. Первая персональная выставка члена Белорусского союза мастеров Гульнары Качан открылась в картинной галереи Гавриила Ващенко. В экспозиции более сотни обрядовых, обереговых и игровых кукол. Это результат многолетнего изучения автором традиций народной славянской культуры. На открытии выставки посетители узнали много фактов о куклах и их месте в национальной культуре. Также Гульнара Качан провела для гостей мастер-класс по созданию одной из кукол. Увидеть экспозицию можно до 31 января.
О новом в археологии Гомельщины рассказали во дворце Румянцевых и Паскевичи. По сложившейся традиции сотрудники музея познакомили публику с новыми поступлениями в фонды предметов археологии и результатами научных изысканий. Представленные артефакты были найдены в процессе раскопок на территории северного посада Гомеля, раннесредневековых памятников в Лоевском районе, а также случайных находок жителей Добрушского района. Их обнаружили в 2017 году в экспедициях Института истории Национальной академии наук Беларуси, Гомельского университета имени Франциска Скорины и Музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Чем нас порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Музыкальную сказку «Мэри Поппинс» по повести Памелы Треверс представят в Гомельском ледовом дворце. Историю няни-волшебницы на льду воплотят воспитанники областной с дюшор номер один. Удивлять гостей представления будут не только актерской игрой, но и яркими декорациями, костюмами, театральным светом и, конечно же, трюками. Гомельская областная библиотека имени Ленина приглашает всех на праздничную культурно-развлекательную программу. Чтение новогодних сказок, рождественский фотосалон, викторины и мастерские Санта-Клауса ждут детей и их родителей. А завершит программу спектакль о бесстрашной Герде и заколдованном Кае от артистов Народного театра «Грачи». Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Андрей Иванов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.